В Генуе обрушился мост с автомобилями. По предварительным данным, количество жертв исчисляется десятками. Затяжной дождь серьезно затрудняет работу спасателей. В городе Генуя на севере Италии во вторник, 14 августа, обрушился мост, сообщает издание Il Post. Официальных данных о пострадавших пока не поступало, однако предварительно местные СМИ сообщали о десятках погибших. На момент обвала на мосту находились автомобили и веротена, грузовики. Отмечается, что обвалился большой участок моста Морандино над рекой Полчевера. Позже в соцсетях распространили видео, на котором спасатели выносят одного из пострадавших из искореженного автомобиля. В районе аварии много часов идет дождь, что усложняет спасение пострадавших. Сейчас трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Моранди был построен в 1960-х годах. За минувшие годы он многократно ремонтировался. Мост достигает более километра в длину, высота моста – 90 метров. Напомним, в марте в Майами обрушился мост, под которым было много автомобилей. Ранее в Колумбии при обрушении нового моста погибли 10 человек. По материалам сайта newsgra.com.